За пределами обыденного лежит порог, что должно переступить каждому. Смертные оболочки отчаянно жаждут узреть смысл, хоть бледный оттенок истинного предназначения. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе, и это Mortal Shell. Ну, что-то очень интересное, хочется мне что-то новенькое поиграть, что я не играл. Так что, поехали. Так, куда нам идти? Такой красивый. Так, пока мне управление очень что-то не нравится. Да, ну непонятно немного. Вы унаследовали способность окаменения. Окаменение оберегает тело, но легко пробивается физическим уроном. Эй, братишка, ну постой. Он об меня убился, типа, да? Ваше оружие – освященный меч, тяжелый клинок с пустой нишей в центре. Жесть, он резкий. А что с камерой? Что с камерой? Мне она не нравится. Что такое? К этому надо привыкать. Что это такое? А ну давай настройки. Чувствительность отклика. Колебания камеры. Может, это оно? Да, это оно. Это резкие толчки нам не нужны. Это наш первый соперник. Окаменеть можно почти всегда, даже в ходе атаки. Экспериментируйте с окаменением в разных моментах боя. Что это? Подожди, я не готов. Я не готов. Быстрая атака, мощная атака. Ну, что такое? Я могу, типа, окаменеть. А, я не могу окаменеть. А, это... Я понял. Получен предмет «Знак смертности», привязывающий душу к миру смертных. Какая-то душа, что-то. Что-то с душой. Так, рывок, рывок, атака. Это мы сможем? Такой медленный. Он тоже окаменеет.
Он вообще с ног же не сбивается. А, смотри, я ему что-то просадил. Он меня сейчас убьет. Он меня убил, да? Он меня и должен был убить, мне кажется. Или чё? Что происходит? Какая-то рыбка. Она добрая, я знаю. Естественно. Гудит и стонет башня, где сетует на судьбу поблекший от времени отшельник. Где это мы? У него подмышка светится. Какой-то трупак, слизняк. Это мое рождение, типа? Я подозреваю. Из утроба бездны родился новый герой. То есть слизняк-трупак. Что это такое? Что там? Камера не двигается. Ну да, я отвечаю, это утроба бездны. Что-то типа того. Ну такой лорд Варан-де-Морт. Это путь лорда Варан-де-Морта. И что мне тут делать? Привет. Ладно. Побегли дальше. Опа. А, это он чувствует тело свое. Это мы сейчас вселимся. Умершего воина. Теперь это мы. То лучше, чем быть голым слизнем. Тоже окаменение, все есть у него. Станина заканчивается. Это что, грибок? Получен предмет 2x мухомор. Инвентарь. О, вот это что это такое? Что я сделал? Что я выкинул? Я выкинул. А че? Я обратно поднять не могу. Я выкинул эту штуку у тебя. Или чё? Что я сделал? Ну да, я что-то... Оболочки, это типа оболочки, которые, да? Их всего 4 штучки. Неизвестная оболочка. Человек, нечто большее, нежели просто сосуд. Видим, у него навыки, да? Все поровну. Решимость, выносливость. Стойкость. О, у них будут какие-то умения. Цвет брони. Нет. Справочник. Используйте этот предмет, чтобы узнать,
как он действует. Использовать 10 раз, чтобы больше узнать об этом предмете. Прикольно, это как ребенок, да? Исследуй мир. Растет там, где проливалась кровь. Мухомор. Во, вот это тоже знак смертности. Используйте это тоже 10 раз. Знак, привязывающий душу к миру смертных. Это я собрал тут грибок или чё? И оно типа через время восстанавливается. Я понял, это новый сосуд или чё? А, убрать из быстрого доступа. Я понял, я убрал, я даже не использовал ничего. Это просто, это быстрый доступ. А как использовать быстрый доступ? 1, 2, 3. F, 3, P, Z, Q, K, E. А, Q. Опа. Что я сделал, я не понял ничего. А, быстрый, а вот быстрый доступ. Грибок, давай грибок схаваем. Ага, здоровье в течение 30 секунд. Восстанавливает 30 единиц здоровья. Угу. И вот эта штучка, что это? Следующий урон, получаемый во время окаменения, преобразуется в здоровье. Прикольно, можно вот такой вампирик, короче, я понял. Это что это? Здравствуйте. Это прошлое, будущее, настоящее. Что это? Ощутить инстинкт. Угу. Прикольно. Вау, я только что видел это место, честное слово, я вам говорю. Мне кажется, я в прошлом был экстрасенсом. Экстрасекс... сексом. О, аборигенчики какие-то. Что ж тут? Здрасте, я добрый. Опа. А-а-а! Так. Чё за херня? Вот это самая быстрая смерть. Слушайте, что ли, меня быстренько убили? Вот тут мы сохранились, да? Мне даже грибок не помог. А что я не могу? Следующий урон, полученный во время окаменения, преобразуется в здоровье. Использовать 9 раз, чтобы больше узнать об этом предмете. Знак, привязывающий душу к миру смертных. Ну, быстро я закончился. Сейчас мы вернемся обратно к этим чувачкам. Так, тут... Опа, грибочек. Взял грибочек, да? Теперь у меня 3 грибочка. А что это такое? Ну как я... Капканы, конечно, такие прям... Их даже не видно, честно. А если они вступят в свой капкан? Иди сюда. А ну, давай, давай. Ага! Вот это я понимаю. Опа, я его замочил. Лошара. Давай тебя тоже на свой же капкан сейчас наступит. Что это за херня, блин? Я не хочу в такое играть.
Опа, я не вступил, да. Не на свои же капканы наступают. Че за... Мозг улитка какой-то, блин, вообще. Так, что мы у вас можем украсть тут? Могу взять? Нет. О, оно подсвечивается, что я могу взять. Взять алкоголь. Естественно. Бухаем алкоголь. И что алкоголь дает нам? Где он? В быстром доступе. Вот он, алкоголь. Дарит тем, кто его выпьет, небольшой прилив решимости. Но ценой здоровья. Используйте 3 раза, чтобы больше узнать об этом предмете. Ну, естественно. Я... Тихо. Ой-ой-ой. У меня что же баллиста есть? Ага. Так, в смысле он своего друга попал? Так, мы уворотчики. Смотри, оп. А? Ты видел? Вот это я только что прыгнул. Он дубинку взял, у меня станины нет. Тихо. Ну немедленные какие-то достаточно. Ну это первые боты. Так, где мой грибок? Грибок. Так, восстанавливаем хпшечку. Есть капканы? Блин, там второй. Ну и тисячные, они даже, ну, удар не держат, как говорится. Они просто на чили ходят, видно, алкоголя много пили. Вау. Ты увидел меня, что там показывают какие-то... Просто бой. Ага, в капкан свой ступил. Господи. Вот выпад. Давай еще раз. Давай. Говорят. Я его убил. Что там? А чё, я на жабу навелся? Мне кажется, сейчас мясо жабу возьмем. Нихера себе, что это было? Я сейчас откисну. Она траванула меня чем-то. Ешь грибок. Жри грибок. А что это? Что за ж... Слушай. Ну да, но у меня хпшку отбирает. Я с разбега. На! А так. Чё? Чё такое? Нихуя себе. Да беги. Братик, съешь грибок. Мне кажется, я сейчас откисну. Тут без уловок ничего не сделаешь. Тихо. Иди нафиг, я слышу ее. Я ее слышу. Прикольное окаменение, слушайте. И он при этом еще восстанавливает жизни. Очень круто. Очень мне нравится. Сначала у меня что-то игра не очень пошла, но в дальнейшем... Я просто в такое не играл. О, а что это я взял? Это какая-то крыса на вертеле. Крыса на вертеле использует. Угу, использую. Давай мы сидим ее, потому что... Ж
жрет? Ничего себе, вот это я понимаю, здоровечко восстанавливает. Здоровечко в суперски просто. Восстанавливает 35 единиц здоровья в течение 10 секунд. Каждую секунду по 35 хп восстанавливает. Слушайте, я просто в Dark Souls не играл. Всякие элдерлинги не играл. Ничего себе шпарит там. А ну мы сейчас войдем. Тихо, мешки. Вот это я метки. Ну слушай, их сильно много, не. Давайте по одному. То наводится непонятно, если честно. Что такое? Ого, тут такой какой-то здоровый, что-то с ним не то. А, загнали в угол. Грибка, грибка взять нельзя. Чего вы попадали? Что? Это что, я такой сильный, типа? Вот это силушка. Вот я их раскидываю просто нереально. Тех двое. Они меня. Так, а, грибочка. Грибочка схаваем. А грибочков нет. Ни крыс, ни грибочков, ни хрена нет. Мне нравится, что противники мои, они слепые. Жохнул. Прикольно, я его про... Уклоняйся, братик! Очень больно. Слушай, а что это за выпад был только что? Мне вот это в играх не нравится, что он бьет, и он именно... Ты не можешь увернуться, потому что... Он бьет именно в тебя. То, что его удар по-любому попадет по тебе, если ты в радиусе его, типа, удара. Я сначала начинаю каждый раз. Что? Да, я каждый раз начинаю сначала, и все... И все персонажи живы. Уворачивайся, станинку восстанавливаю. Давай, давай, давай. Чё, поумнел или чё? На. Надо еще понять, как оно работает, то что сильно как-то это. Опа, я в прошлый раз тут крыску не забрал. У каждого костра теперь крыску можно запирать. Опа, нихера себе. Братик, поворачивайся. Блин, очень жесткое место. Или я буду играть, я просто не понимаю, что мне делать. Блин, я с этой дырки вылез. Грибочек. Поползли. Это тайный проход. Я не знаю, что мне делать, куда мне идти. Опа, это удмурты какие-то. Слушай,
что они не бегают? Слушай, эти рыгают еще на меня что-то. Да уворачивайся, уворачивайся. Иди нафиг, что мне делать? Да ну тебя нафиг. Да, хп у них дофиги еще, блин. Все. Беги, беги, братик. Он тебя сейчас убьет. Он тебя убьет. Бери какую-то. Тихо, тихо, тихо. Я могу вернуться в тело обратно свое. Опа! И у меня хп все полное. Прикольно. Не, лучше не наводиться. Потому что он просто тупит очень. Да он наводится вот. А, так он переводится. Он переводит цель. Очень двоякие чувства с этой игрой. Может, я просто к боевке не привык, но мне она не нравится, эта игра. Залезли в какую-то дырку. Угу, я уровень выкачиваю. Я так понял, вот это полосочки, вот эти желтенькие, это мой уровень, я так понимаю. Этих чувачков, чтобы выкачивать уровень, то что по-другому никак. Так, а я там что, какую-то перлину взял. Вот, какой-то глаз, какой-то... А, используй... Отсвет истины ровно, ярко светится. В этом отсвете запечатаны сонмы. Тела, сплетенные воедино... Сливается безымянное, неделимое существо. Это чудовищное, бесформенное создание говорит сразу на всех языках. Оно зовет вас по имени. Оно одновременно разрастается на глазах и будто бы распадается на части. Видение оставляет больше вопросов, чем ответов. Ничего не понятно. Умения нет. Я не могу ничего пока сделать. Так, тихо, тихо, никого нет. Рядом. Короче, меня жарят тут все, кому не лень. Я не понял. Я выкачался или что? Я какую-то перлину схавал, чтобы взглянуть на себя. Получается, что при смерти мой опыт пропадает. Правильно я понял? Не надо понять, как боевка работает, то что я чуть не понимаю. Немножко сейчас на настройки управление. А F отражение. Максет. А, ну зато мои применения не исчезают.
могу отбивать? Не, что у меня F не работает, ничего. Я только могу их жарить. У меня сейчас сдохнет мой персонаж. Второе применение харька. Так, я не понял. Управление F. Отражение. Отражение. Что это значит? Ух ты, я жабку тут жахнул. Я пока ничего не понимаю в этой игре. Напишите в комментариях, мне подскажите, что делать. Очень интересная игра, то что я запутался. Нихера себе, жаб-жаб. Но они медленные какие-то, вообще жесткие. Жестко медленные. Так, восстанавливаюсь. Слушай, это хренька. Ты чё по воздуху ходишь? Не знаю, мне пока не нравится, что это боёвка. Он что, застрял в текстурах? Он застрял в текстурах. Ну, давай отойдем, может он отлагается. Все, он опасный, слушайте. Короче, мы его оставим, пускай он тут сам с собой играется. Окаменение! Ну, я так понимаю, у них тоже станина есть своя. Они свою комбу делают. И все, они потом просто без этого. Там долго еще будешь жарить? Ты опасный какой. Было бы у меня что-то, я бы тебя джахнул, отвечаю. Так, останешься, будешь там. Ой, это мы к этим, я не хочу к этим идти. Это вурдалака у меня погрызли. Я хочу пока вот этих... Слушайте, а вначале ж камень какой-то, да? Какой-то камень, посмотрел, не камень, сказал, иди туда наверх. Класс, ты, ворвались на дискотеку. Давай, кто следующий? А, смотри, какой резкий. А, не поймаешь, не поймаешь. Съешь грибочек. Что такое? Мое окаменение — это просто тема. Ну, и чё? Надо с окаменением поиграться. Слушайте, а окаменение это и кажется и есть блок. Давай. Уходи, братик, уходи. Они больно бьют, больно, очень больно. Вот это я их разматываю, конечно. Давай, сидим, грибочек.
Прикольно, прикольно. Окаменение — это какой-то чит-имба для него. О, точно не прочел, я же взял какую-то фигню. Вот это. Используем. Схавалим. Дает крошечную меру тара. Что за тара? Так, а это я ел уже, нет? Чтобы получить от свет свои оболочки. Я не знаю, все жру просто. И они какими-то загадками мне базарят. Мудрости, кара, ответа мудрости. Любопытным образом закрыто что-то там. Я тут выпрыгнуть не могу ничего. Отпрыгают. Как мне наверх попасть? Только что ж было? Во. Е. Не пойму ничего. Не хочет он читать или что-то там. Возьмем грибочек. Не зря столько капканов стоит. И валяются эти недоразвитые. Но я не готов еще на такие рыки идти. Башня города Фельгрим. Опа, это новая душа. Что за беспутный дух забрел сюда? Я буду звать тебя заблудшим. Ты же зови меня сестрой Генесой. Вижу, тебе незнакомы тайны все чтимых. Ты любопытное создание. Люди для тебя лишь оболочки. Да, ты пробудил его, но что тебе о нем известно? Принеси мне религии его прошлого, да еще немного тара, и мы с тобой растревожим его память. Но перво-наперво нужно выяснить его имя. Бессмысленное бормотание. Испытать божественный тар. Да. Пробудить силу этой оболочки необходимо выяснить его имя. Это получается мое, правильно? А, зажать нужно. Мы узнали его имя. Как его зовут? Как тебя зовут? Прислужник Харос. Разбойники указали нам путь к храму. Праведные отвергли их. И теперь они слушают тех, кто предложит им тар или крепкие напитки. Скуку они разгоняют пьяными выходками и жестокими забавами. Они знали, что на нас лучше не нападать. Но пошли вслед на некотором расстоянии в надежде, что им что-то перепадет. Есть что-то такое за 200? И мне надо за 500. Убийство двух врагов подряд сбрасывает время восстановления окаменения. Прикольно. После того, как окаменение было пробито, оно длится вдвое дольше. Тар и отсвет это мы изучаем. На упа, 4 косаря. Убив достаточное число противников, вы снова обретаете второй шанс. Так, ну это видим вот такое горящее лицо, маска женщина. Опа. А, это видение. Это видение, где находится оболочка. Какая-то башня, и рядом с башней есть оболочка. Так, а это оболочка. Опачки, это мне к рычащему зверьку нужно идти. Так, ну это мы знаем куда, но это мы попозже туда пойдем.
Очень интересно. Сейчас опять видение, давай. Я не могу взять, потому что... Меч. Меч могу взять. Ну, это мой или не мой? Или что? Оно мне показывает, где оно находится. Какие-то незнакомые места. Что это? Освященный меч. Улучшение для предмета. А, мне нужно, типа, ага. Усовершенствовать оружие. В середине освещенного меча. Удлиненная ниша. Требуется предмет. Механический шип. Угу, надо искать предметы. Собираем, что плохо лежит. Что это горит? Слушайте, ну это удар был? Это типа тут должна быть оболочка, я так понимаю. Мне намного лучше. Спасибо. Давно, очень давно мне не протягивали руку помощи. Тебя как будто не коснулись ложной истины. Увы, мне почти нечего тебе предложить. Разве вот твоя тусклая печать? Невеликий дар, но думаю, ты его оценишь. У меня есть еще одна просьба. В глубине храма праведных хранится священное железо всечтимых. Если ты принесешь мне эти железы, я извлеку из них истинный нектар, и он меня исцелит. А ты с их помощью сможешь покинуть эти проклятые земли, если не хочешь кончить, как я. Тусклая печать. Старый узник одарил вас тусклой печатью. Она позволяет отражать удары. Ага, теперь я могу отражать удары. А я-то думал, что я не могу отбивать. Так, а это что такое? Пропитка печати, исцеление. Старый узник напитал печать особой силой. И теперь после успешного отражения противник... остается уязвимым перед усиленным парированием. Чтобы подчинить вложенную в печать силу, необходима великая решимость. Прикольно, теперь... Я теперь могу отражать удары. Я смогу прыгнуть? Стой. А ну. Что-то не получилось, ни хера. Давай еще раз. О, подождите. Я как-то неправильно, мне кажется.
Убегай, 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 друг. Убегай, ешь, ешь, ешь. Ага, я понял, как теперь уклоняться немножко. А ну где, что это я взял? Опа! Вот это фигурка. Хороса. Используй этот предмет, чтобы узнать, как он действует. Оборонное одеяние. Используйте этот предмет. Я не могу использовать этот. Ух ты. А это зачем? Думаю, может, у него восстанавливалось бы здоровье во время игры. Было прикольно. Отправимся дальше. Карты нет, да? Карты нет. Но я хочу уклонение, ну, это, парировать. Ага, белку на вертеле, это хорошо. Но уже немножко начинаю разбираться в управлении, то как-то полегче мне будет играться. Давай, 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 давай. Стоянку восстановим. Так, вот теперь с одним можно потренироваться. А ну. Я не успел. Ну что сказать. Что за звуки? Ну, это не те противники, с которыми нужно вот эту уклонялочку, вот эту. На! Целился у меня баллистин. Круто. Не, ну этот не сложит, слушайте. Этот не сложит, надо восстановить хп. Надо хавнуть того, того. Все, нахавались. Вот этот что это, я не знаю, что-то нам все джахнули. Там у меня что-то есть еще? Вот это давай. Все жрем, все, все. Фул хп. Опа! Вот это я понимаю. Это для таких жирных. Жесть, а шо с ихним умом, я не понимаю. Они же свои же капканы вступают же. Блядь, тут жабы эти кончены. Тихо, тихо, тихо. А нету жаб.
Я не смог увернуться. Давай, давай, обратно, обратно, в тело, в тело, в тело. Уходим. Я не успеваю. Я просто не успеваю. Он убил меня. Он сильно медленно это делает. Или просто я сильно быстрый. Наверное, сильно я быстрый. Я просто для них сильно быстрый. Ты снова с нами. Прекрасно. Вот возьми, эта маска. Почти такая же, как у меня. Она освещает путь, что лежит перед плотью. Дорогу вне жизни и вне смерти, на которую вступает душа, перешагнувшая порог. Однако твоя душа привязана к этому миру. Она не желает продолжать путь. Верно, что-то здесь еще не решено. А ну, у меня, может, накопилось там? Ноль. Короче, жесткая игра. Чё-то я, короче, того. Если хотите продолжение, давайте 15 лайкосиков, и я продолжаю в это играть, а так я не хочу в это играть. Подписка, лайк, с вами был Розе, всем до новых встреч.